2 ноября греческая молодежь столицы, активисты общества Таврида и ценители настоящего киноискусства собрались в стенах главного офиса греков полуострова не случайно. Для них был подготовлен очередной приятный сюрприз от руководства греческого объединения Крыма, а именно встреча с участниками фестиваля российского кино «Человек, познающий мир», и в частности с нашим соотечественником, актером и режиссером Янисом Политовым. Сегодня мы встречаем Яниса Политова, который представляет кинофестиваль, проходящий вот последние 4 дня в Крыму, «Человек, познающий мир». Будем просматривать его картину «Философия». Вот. Видел предварительно этот фильм, очень понравился, вдохновил. Я думаю, что его надо посмотреть еще раз и все вместе. И есть чего там обсудить, о чем поговорить, найти что-то общее. Каждый, думаю, найдет в этом фильме свое, но вот это объединим и посмотрим. Выйдем к общему знаменателю в конце просмотра. Сегодня мы пригласили участников фестиваля, кто изъявит желание познакомиться с греческой общиной. Нас посетил и председатель, узнав об этом, председатель узбекского общества Алишер Садыков. Еще ребята филиалины, так что собирается интересная компания. Будем смотреть. «Философия» – это первая работа Яниса Политова в роли режиссера, которая за короткий срок успела себя зарекомендовать как в качественное глубокое кино. Его фильм уже успел принять участие в различных российских кинофестивалях, а также попасть в программу Каннского кинофестиваля «Short Film Corner». А с 31 октября у крымчан появилась уникальная возможность посмотреть и обсудить не только дебют Яниса, но и другие работы российских деятелей киноискусства. Наш фестиваль проходит в Крыму уже 3-й раз. Это фестиваль российского кино, и в его программе представлены как игровые фильмы, так и документальные. В этом году у нас впервые введена номинация короткометражных игровых фильмов. И в этой номинации ярко представлены фильмы разных студий, авторов, и в том числе вот фильм Яниса Политова «Философия». Сам по себе фильм Яниса вошел в программу, потому что он и социальный, с одной стороны, и в то же время с большим юмором. Там очень много светлого, доброго. То, что, в общем-то, автор, видимо, представляет сам как человек и несет такой заряд людям. И поэтому фильм удачно вписался в нашу программу наравне с другими участниками. Виктория Осипова отметила, что в этом году в фестивале «Человек, познающий мир» активно приняли участие представители разных национальностей. И это заметно бросалось в глаза. Возможно, поэтому приглашение посетить национально-культурную греческую автономию многие конкурсанты приняли с огромным удовольствием. Сама идея фестиваля, согласие национального содружества, она удачно практикуется внутри самого фестиваля. За то небольшое время, которое мы проводим вместе, на просмотрах, на поездках, мастер-классах, масса которых, люди так сдружились, что просто не могли себе отказать в удовольствии, тем более, что не так часто приходится встречаться с представителями греческой диаспоры, хотя мне удалось побывать на фестивале греческой культуры, который организовал Янис. Вот уже после того, как он был отобран в программу, он меня пригласил в Москве. Я с огромным удовольствием там с семьей побывала. И есть потребность у людей узнавать друг о друге, о другой культуре, о других традициях. Поэтому с огромным удовольствием приехали поддержать Яниса, познакомиться с вашей чудесной диаспорой. Я очень рад находиться здесь, в общине греков Крыма, видеть своих соотечественников. Вот все-таки вот моя мама совместно всегда говорила: Янис, если мозги дадут сбой, кровь его никогда не даст. И вот здесь ты видишь людей, они же вроде как чужие. Я же них никого, я знаю тебя, Одиссея, еще вот пару человек. Но здесь люди, и я понимаю, что это семья. Это генный код, это генетический код. Я не знаю, что это такое. Я очень попадаю как в семью, мне с ними хорошо, тепло и замечательно. В короткометражном фильме «Философия» рассказывается история из жизни самого Яниса, которая произошла с ним в студенческие годы и стала серьезным уроком на всю его жизнь. Автор попытался раскрыть зрителям один из важнейших законов бытия – причинно-следственный. То, как мы поступили сегодня, обязательно станет причиной тому, что произойдет потом. И чем раньше человек приходит к осознанию этой истины, тем легче ему идти по жизни. Основной посыл фильма, заложенный Янисом, заключается в том, что каждый из нас строит внутри себя свой храм. Кто-то видит, кто-то не видит, кому-то приходится объяснять, а кому-то даже не хочешь объяснять, хочешь оставить некую загадку. Нравится кино. Мне понравилась молодежь крымская. Потрясающе. Просто ребята, обалдеть. Мы сегодня были в 4-й школе Симферополя, вчера были в 7-й школе Ялты. Такие прям тянущиеся к знаниям, к познаниям, к творчеству. Замечательно. И
видно, что из разных профессиональных и национальных, и все как-то дружно, мирно, замечательно. Сам фильм был отснят за неделю в 2014 году в Ессентуках, но обработка материала длилась полтора года. Конечный результат свет увидел лишь в феврале 2016. В рамках перекрестного года культуры России и Греции к производству фильма подключились Министерство культуры Российской Федерации и Греческая национальная туристическая организация. Но на начальном этапе проект финансировался лишь самим Янисом. Поэтому в фильме снимаются в основном непрофессиональные актеры, которые прошли строгий кастинг автора. Опытные актрисы Елена Панджариди и Эллада Мешвилиани приняли участие в съемках на безвозмездной основе. Каждое слово, кадр и цветоакцент в фильме был продуман огромной командой Яниса Политова. Такая кропотливая творческая работа поистине высоко была оценена аудиторией и в том числе молодежью греческого общества. Замечательный вечер по многим причинам. Во-первых, мы опять собрались со всеми ребятами. Во-вторых, пришли посмотреть на премьеру фильма, о которой мы до этого не знали, нам сказали, что это будет сюрприз. Могу сказать только одно. Испытываю после фильма очень замечательные эмоции. Фильм действительно позволил задуматься, поразмышлять о различных вещах, посмотреть на по-новому на вещи. И познакомился с замечательным человеком. Это режиссер этого фильма Янисом Политовым. Очень коммуникабельный, интересный, харизматичный человек. В нем собрались все черты, которые, наверное, должны быть в человеке и должны украшать человека. Γνωρίζω τον Γιάννη πάρα πολύ καιρό, είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που έκανε για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, όλο τον κόσμο που έφτιαξε αυτό το site, το yagreek.com. Σε χάρη σε αυτό το site μπορούν να γνωριστούν όλοι οι Έλληνες του κόσμου και να έρθουν πιο κοντά. Δηλαδή θα έχουμε μια Ελλάδα πιο μικρή σε εισαγωγικά. Και είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Θέλω να ελπίζω στο κοντινότερο μέλλον να το πάει ακόμα καλύτερα και να μπορέσει να ενώσει ακόμα περισσότερους Έλληνες και να φτιάξει ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα μπορέσει να φέρει πιο κοντά τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. В стенах греческого общества обсуждение фильма было неразрывно связано с танцами и песнями. Можем предположить, что этот вечер надолго останется в памяти всех участников мероприятия. И хоть в этот вечер греки Крыма гуляли без своего председателя Ивана Шонуса, о его непосредственном участии в такой яркой жизни греческой молодежи упомянуть не забыли. Хотел бы сказать огромное спасибо Ивану Аристовичу за то, что он сегодня нам устроил такой сюрприз, что здорово, что есть такие люди, которые беспокоятся о греческом движении и греческой молодежи в Крыму. С собой в Москву с Крымского полуострова Янис увез не только повсеместные положительные отзывы о фильме, но и диплом от профессионального жюри фестиваля за проникновение культур в контексте современного мира. А у тех, кто не успел увидеть киноленту «Философия», появится такая возможность. В открытом доступе ее планируют выложить в феврале следующего года. Что скажу о Янисе, как и об актере, как и о человеке хорошем. Нас переполняет гордость при виде его, при участии его во всех, не только в жизни кино и в жизни общественных организаций, в жизни греков России. И мы рады за то, что у нас есть такой прекрасный соотечественник, наше молодое поколение. Оно защищено от всего плохого. Люди, которые могут себе позволить выпустить такой фильм, произвести такой фильм, как правильно сказать, не знаю, как «Философия», я думаю, за ними будущее. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, адресованным нашему талантливому соотечественнику, и будем с нетерпением ждать скорейшего исполнения его мечты, а именно рождения полнометражного российско-греческого фильма. Всероссийский государственный праздник «День народного единства» крымчане отмечали в третий раз. С самого утра в центре столицы проходили концерты, парады, народные гуляния, дегустация блюд разных народов. Такое многотысячное скопление людей стало доказательством того, что для жителей многонационального полуострова это торжество стало одним из самых любимых. Конечно же, за последние два года мы все стали жить одной семьей, и это реальность, это действительность. Невзирая на национальности, возраст, образование, мы все состоим
И у нас у всех одни корни, мы все состоим, у нас одна основа. И одна сила, которая помогала нам всегда побеждать все невзгоды. Это сила, любовь к нашей родине, это любовь к России. И, конечно же, мы, греки, всегда в первых рядах принимаем участие в таких мероприятиях, тем более такой день, который действительно нам напоминает о единстве, о сплоченности всех народов Крыма. После праздничного шествия все гости мероприятия были приглашены в Дом профсоюзов, где их ждали выставка декоративно-прикладного искусства и творческие номера. Наряду с другими народами Крымской республики свои традиции продемонстрировали представители национально-культурной автономии греков Таврида. В этот раз хореографический коллектив «Артемис» представил зрителям зажигательный танец греков Понта «Кочери». День единения в России отмечается с 2005 года, хотя история праздника началась еще в 17 веке. Установлен он был в честь важного события в нашей стране – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей Матери. Жителями многонациональной страны народное торжество воспринимается как День единства российской нации, праздник героев, добра и славы, напоминая при этом о величии российского народа, о его мужестве и воле.